В последние времена были названы святым пророком, мир ему, временами, имамом Махди. Многие люди ожидают его приход и чувствуют, что наступило то время, когда он должен прийти. Знают о предсказаниях этого времени и видят, что они сбываются сейчас. Пророк Мухаммед, мир ему, так описывал времена, в которые суждено прийти имаму Махди. В последние времена мою умму постигнут тяжкие бедствия, каких никогда не было прежде, такие, что никто не будет видеть выхода из подобного положения. Затем Аллах пошлет человека из моего рода, Ахль-Аль-Бейт, который наполнит землю справедливостью, в то время, как до этого она была исполнена несправедливостью.